Всем привет, ребята, с вами я, Артём Ведерников. Ну, или не Артём Ведерников. Короче, не знаю. Вы видели мою новую аватарку, да? И вот, может быть, я так назову свой канал. По вашему желанию. Сам я так делать не хочу. Ну, вообще, и хочется, и не хочется одновременно. Желаю вам написать комментарий, если что. Короче, напишите, да, вот там, вот, в комментариях внизу, переименовывали мне канал или нет. Если что, если вы не видели аватарку, просто спуститесь и посмотрите. А еще лучше нажмите на еще одну кнопку подписаться. Если она у вас, конечно, не серая. Если она у вас серая, нажимать не надо. Ну, короче, приступим к делу. Я хочу полететь с родителями в Египет. И я это и так сделаю. И, короче, будет очень много контента. Я буду для вас снимать абсолютно везде. Может, даже прямые трансляции буду вести. А потом я буду, короче, снимать, как я там собираю чемоданы себе вот там вот, на том диване, возможно. Может, вообще в других комнатах. Я потом буду, там, как я еду там, допустим, как я лечу уже. И, конечно, как вот это все мы заселяемся и т.д. и т.п. Короче, будет реально очень много контента, я вам это обещаю. Я, конечно, хотел там, ну, что-то еще, может, там, заплатить что-то вам, там, отзывы оставить о чем-то, ну... Если что-то будет дорогое, я, ну, как бы не смогу тут ничего решить, ничего купить такое прям дорогущее там. Ну, а отели я отзывы реально вам говорю, я оставлю отзывы и, может, вы, ну, прилетите как-то туда, если у вас деньги будут. Ну, советую реально побывать в Египте. Я там уже был не раз, может, когда-то видели мое видео, типа, как я сажусь в самолет. Не знаю, что я не снимал в Египте, что я был каким-то дурачком. Если что, я себя могу обзывать иногда, себя, только не надо повторять за мной, не обзывайте меня, мне тоже как бы неприятно, я живой человек. Ну, в общем, если что, я буду проводить прямые трансляции с вами, не только, еще и видео буду снимать, и много еще чего там, фотки буду в Ютубе выкладывать. Если что, заходите на канал, папка называется «Сообщество», и там будут фотографии о Египте. Ну, я буду, по крайней мере, стараться все выкладывать, все делать для вас, как вы хотите. А вам только нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий под видео, потому что это мне очень нравится. Я читаю все комментарии, я на них отвечаю, ставлю лайки, иногда даже, ну, немножечко бывает, ставлю дизлайки. Я еще ну, не буду говорить, кому ставлю дизлайки. Ну, только самым плохим комментарием, и то очень редко бывает. Я могу плохие комментарии либо ответить там, ну, не очень хорошо, либо просто проигнорить их. Лучше пишите хорошие комментарии, это серьезно, очень приятно. Вот, допустим, если бы у вас был бы канал, и вам бы писали кучу хороших комментариев, вам бы было бы приятно. Ну, сейчас же вам было бы приятно. Если у вас уже есть канал, напишите название. Перейду, подпишусь. Только вы на меня тоже, приспа, подписывайтесь. Мне много подписчиков нужно. Я люблю, когда вот меня смотрят, там, мне лайки ставят, подписываются на канал. Вот я как-то накопила 1000 подписчиков, мне это очень... У меня целый праздник тут был. Я капец как радовался, если... когда я узнала. Вот меня одноклассники мои там сказали там где-то, поздравляю тебя с 1000. Я такой, какая нафиг 1000? Вы о чем? Подписчики? В каком смысле? Я такой, чего? И мне реально там, это, 1000... Была вроде как. И еще что-то там. Один вроде, я не помню. Короче, я офигела от такого счастья. Серьезно, это очень было классно, люди. Это реально очень-очень приятно и классно. Я вам еще повторю. И вот, еще вот. Вам было бы приятно, если бы у вас бы было много подписчиков на канале. Вас бы там узнавали, как минимум. Мне это очень приятно. Мне нравится. Поэтому можете подписаться, я вам буду... все делать, все как вы захотите. Ну, конечно, не самое дорогое. Но деньги могу разыгрывать там, допустим, либо какие-то вещи могу разыгрывать. Ну, не всегда только. Не знаю, как-нибудь там по почте могу отправлять, если вот живете недалеко. Ну, такая штука, короче. Если что, я живу в Украине. А город... А говорит вам город или нет? Я, короче, его в описании оставлю. Я так говорить не хочу. Оставлю его, да, в описании. Так говорить не буду. Если что, у меня там гирлянда наклеена, все такое. Короче, я еще хочу как-нибудь себе купить какую-нибудь лампу такую. Делать ли мне это или нет, как вам сказать, какую лампу. Ну, такая, знаете, круглая лампа, она еще для ТикТока подходит, если что, я есть в ТикТоке.
Ну, так я там практически не снимаю. Я его скачал вообще, чтобы чужие видео как бы смотреть прикольные и классные. Но как бы пришлось самому поснимать немножко, как бы просмотров набрало, ну, очень мало. Еще у меня есть Инстаграм. Я вам его тоже в описании оставлю, мой Инстаграм. Переходите, подписывайтесь, мне будет приятно. А если что, там пишите мне комментарии своего Инстаграма, я подпишусь на вас, с радостью буду вас смотреть. Если что, там я как бы тоже там фотки бывают, выкладываю, бывают видео. У меня был старый аккаунт, я забыла от него доступ, потеряла телефон. И такая хрень получилась, то что я теперь вообще не знаю пароля и не могу на него просто войти. Чего? У меня есть еще один аккаунт, который я не пользуюсь им. Он мне не нужен. Ну, в общем-то, подписывайтесь на этот, который будет у вас в описании под видео, вот там вот внизу. И я оставлю, естественно, свой город. Далеко вы от меня, живете недалеко. Ну, если будете, конечно, участвовать в моих новых конкурсах в будущем, в дальнейшем, то будете какие-то призы от меня выигрывать. Там, может, там гривны, деньги, доллары. Ну, долларов, конечно, немного. Я же тоже как бы не миллионер, чтобы всем разыгрывать что-то там. Ну, маленькие какие-нибудь там вещи. Деньги, повторяю, игрушки, кому надо игрушки. Кстати, у меня куча игрушек, могу их поразыгрывать, могу попродавать. Если что, да, я продаю, мне деньги тоже нужны. Короче, да, будет очень много контента, я вам это обещаю. Я буду каждый день снимать, я там буду 10 дней. Я буду там со своими друзьями выходить на связь, там иногда гулять там с... По видео вот так вот там говорить, типа, привет, как дела, Но с вами, конечно, контента будет побольше, чем с моими друзьями. Ведь я-то буду ходить снимать. Еще со мной будет мой друг Ваня. У него фамилия Попов. Он, как бы, ему сколько? Ему вроде 8. И еще там с нами его сестра будет. Короче, нам будет очень весело. Будем скатываться в аквапарке. Я возьму свою камеру, прикреплю ее куда-нибудь на голову, может, не на голову, я не знаю. Придумаю что-нибудь. И, в общем-то, буду развлекаться вместе с вами. А вам я желаю огромной удачи. И давайте пока, если вы досмотрели этот ролик до конца, какое-нибудь слово напишите. Сейчас давайте придумаем слово. Египет. Давайте слово Египет. Чего бы и нет. Давайте. Ну все, люди, давайте туда. Пока. И еще напишите, переименовывать ли мне канал, как на аватарке. Пока, люди. Удачи большой вам. Ставлю лайки, сердечки, т.д. и т.п. Погнали!